Не знаю, конструктора. Ну да, Сергея Митрофановича. Он домой пошел. Идите мимо инструментального налево. И потом опять налево. Спасибо. Пожалуйста. Простите, а вы к кому? Мне нужен товарищ Казаков. Я Казаков? Я получила вашу записку. Одну минуточку. Пожалуйста. Что же вы не подождали до утра? Ведь дождь, вечер, далеко от города. Когда я получила вашу записку, я так обрадовалась, что вы мне привезли привет с фронта. И тут же побежала к вам. А вы кто этому летчику, сестра? Нет. Школьный товарищ. Вот. Что это? Банка консервов. А письмо? Письма нет. Нет? Ну, может быть, какая-нибудь записка? Записки тоже нет. Но вы Самохина-то видели? Видел. Он просил передать привет. Вот и все. Не понимаю. Я не видела его 5 месяцев. Не знаю, что с ним, где он. И ни письма, ни записки. Подождите. Я видел-то его всего 15 минут. 15 минут? Да. И из этих 15 минут 14 мы ругались. Их было двое. Они стояли на дороге. Простите, товарищ, вы не через Березовку? Садитесь. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Передайте, пожалуйста. Спасибо. Холодно сегодня. Да, холодновато. Вчера было теплей,
холоднее. А завтра будет еще холодней. А вы откуда знаете? К зиме всегда становится холодно. Закон природы. В средней школе преподают. Да ты не волнуй себя, Сергей Митрофанович. Спокойнее надо. Эвакуируйтесь. Ну да. Вы наблюдательны. Эвакуируюсь. Далеко? Мне счастья отсюда не видно. Ну, дальность для нас, летчиков, понятие условно. Да что вы, приятно слышать. Но в данном случае это даже и для вас безусловно далеко. Я еду в Северск. В Северск? Дорогой, у меня там знакомые на почтовый дом номер 5. Корнеева Ольга Петровна. Прошу вас, передайте от меня привет, скажите от Самохина. Яков, что бы такое послать, а? Не знаю, цветов у нас с тобой нет. Есть, есть. Саша, сейчас. О! Компот? Не знаю. Передайте, пожалуйста, почтовая, дом номер 5. Спасибо. Не собьет, не собьет. Не дотянет. Не так зашел. Зашел правильно, скорость маловато. Скорость достаточная, маневр не тот. Один и тот же прием. Все вираж да вираж. А что вы понимаете в виражах? Самую малость. Мы для вас самолеты строим. А вот вы строите так, чтобы не сидеть на одних виражах. Вот. А вы знаете, есть золотое правило. Чтобы хорошо летать, надо уметь летать. Да ты успокойся, Сергей Митрофанович. Эта машина не нашего завода. Вашего или не вашего, надо лучше делать. То, что вчера было хорошо, то завтра уже плохо. Вот работайте так, как будто уже завтра. Думать надо, вперед смотреть. Благодарю вас. Я думаю. Вылезайте. Ах, вот как, пожалуйста. Погодите минутку. Не надо, Сергей Петрович. Вы приехали, вон ваша Березовка. Ах, вон Березовка, приехали. Тут недалеко, до свидания. В общем, не очень приятный субъект этот ваш школьный приятель. А мне он нравится, очень. Прощайте. Ольга Корнеева. Я Ольга Корнеева. Что ж вы дверь не закрываете? Здрасте. Варвара. Здравствуйте. Я привезла вам привет от летчика. Знаете такого, Самохина? Миленькая, погодите. Давайте разденемся, а то я вся промокла до ниточки. Раздевайтесь. Мы сядем с вами за стол, и вы расскажете все по порядку. У меня и банка консервов есть. Где вы его видели? А я и не видела его. То есть, как не видели? Послушайте, вы Валуйки знаете? Валуйки? Да. Не знаю. И хорошо, что не знаете. Нас там 3 дня бомбили. И в Валуйках встретила я одну девушку, Катю. Катю? Тоже не знаю. Зато Самохин ее знает. Он ей дал ваш адрес. Только ей этот адрес не пригодился. Она совсем в другую сторону поехала. А у меня как раз сюда направление было, на металлургический завод. Ну вот и дала она мне ваш адрес. Так вы меня приютите? Конечно. Только вот у меня второй кровати нет. Ничего, недельку-другую могу и на полу поспать. А вы не волнуйтесь, жив ваш летчик. А вы раздевайтесь. Холодно у вас. Для начала мы, пожалуй, печь растопим. Thank you.
Простите, не Саша, но лучший друг Саши, Яша, напарник, так сказать, воздушная тень. Простите. Вот так и живем. Летаем, сбиваем, воюем. Ну, скажите, Яша. Все, воспоминания окончены. И вообще, как говорят, летающие и ожидающие. А вам Саша часто обо мне рассказывал? Рассказывал. Учились вместе в школе, дружили. А вы красивая, Оля. Я вам нравлюсь? Муха. А почему? Очень нравитесь. И вы нравитесь. Да, странно. Очень странно. Ведь только вчера еще мы с Сашей летали, дрались, двух немцев свалили. А вечером получаю приказ в город Северск, на Энский завод, за новыми самолетами. И вот тишина. Далекий город, милые девушки, елка, освещенные окна. Да, странно. Варвара, ой. Что петь-то? Вальс. Там, тарарам, тарарарим, пам-пам. Послушайте, Яша, я хотела у вас спросить очень серьезно. Только вы не скажете об этом Саше? Хватит! Я вам не граммофон. И вообще это нечестно. Сели за стол вместе, а потом уединяетесь, шепчетесь. Варенька, обожди, ну съешь там пока чего-нибудь. Так не скажете ему, Яша? Я могила. Послушайте, кто такая Катя? Катя? Какая Катя? Та Катя, которой Саша дал мой адрес. Саша? Не знаю. Нет. Катя. Боже мой! Девушки дорогие! К вам приходила Катя! Где она сейчас? Не знаю. Катя! Такая девушка, Катя, такая маленькая, худенькая, Катя. Я Катя. Вы? Да, я. И хватит секретничать, а то я сейчас уйду на мороз. Позвольте, позвольте, вы не Катя. Вот, вот Катя, такая маленькая, худенькая. Валуйки знаете? Нет. Так вот там в Валуйках мы и встретились с Катей. И Катя ей все рассказала, как вы там за ней ухаживали, что говорили, и как Саша на вокзале дал ей мой адрес. Господи, все перепутано. Валуйки, вокзалы, Катя. Все это было не так. Вот как это было. Слышишь? Слышу, слышу, Саша. Молчи. Вверх надо идти. Рвать вверх. А потом в пике. Ты меня понял? Понял? Всегда так. Молчи, а то брошу. Вверх, вниз. Молчи, Саша, сейчас. Скажи всем. Сейчас, сейчас, Саша. Вверх. Яков в полете сейчас придет. Ой, Сашка, что тут о тебе разговора?
О твоем бое даже в газетах пишут. Классный бой. Двоих свалил. И был сбит в бою с третьим. Первый звенок самолета. Первое, да. Скверно летал, Андрюша. Опять фантазируешь. Плохо дело. Сшибут опять. Привет, в самом деле, что я делал? Перекладывал из виража в вираж. Отвратительно. Брось ты мудрить, Сашенька. Слава есть? Есть. Орден есть? Есть. Значит, и виражи были правильные. У меня простая математика. Усики видят? Вижу, не идут. Не идут, говорят. Не идут. Ну ничего, шибут с брею, а не шибут, во какие отпущу. Вот и вся математика. А что? Чтоб полчаса тихо было, спать будем. Сейчас мы над Яшей пошутим. Слушай, Яша, я вот что думаю. Брось ты ждать своего Сашку, переходи ко мне в напарники. Ты не мудрящий, я не мудрящий. Мы с тобой такие дела будем делать. Откуда ты взял, что я не мудрящий? Да издали видно. Да и вблизи тоже. Яшка! Саша! Саша! Яша, куда ты? Не спите! Саша! Саша, как ты? Саша. Я хорошо, ты-то как? Ну какие новости тут? Новости. Что? Новости. Березовку видишь? Вижу. Так вот, немецкие танки возле Березовки. Вот тебе и усы. А что усы? Усы мои личные. Яшенька вот тоже хотел усики отпустить, но влюбился. Перестань, гусь! Почему обязательно влюбился? Просто, Саша, замечательная девушка, учительница, песни поет. Кстати, у меня есть предложение. Пойдем к ней, посидим, отдохнем, справим твой орден. Ну, условились? В 7. В 7 не могу, разговор с командиром полка. Завтра летим. Куда же это он тебя поведет? Не он меня, а я его поведу. Ты его? Куда? А помнишь, когда ты меня раненого нес, я все бормотал. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ну, помню. Ты понял, о чем я бормотал? Тогда не понял. А что? Ну, значит, и теперь не поймешь, зачем я лечу с командиром полка. Эх, Саша, приехал. Все такой же. Истребитель-философ, Спиноза, светильник мысли, вверх-вниз, вверх-вниз. Человек любит думать. Это мудрец. Чертит, вычисляет. Куда же ты его поведешь? Подожди, гусь. Пусть вычисляет. Ну почему ты думаешь, что я не умею думать? Ну разве дело все в приемчиках, в которые ты там вычисляешь? Так, это, синус, косинус. Да разве сейчас в этом дело, в чертежах, в вычислениях? Ты в театре бывал? Артистов на сцене видел? Да разве может тебе артист на чертеже объяснить, почему он этак играет, а не этак? Нет, артист он как? Он сгоряча играет. Вот я так и летаю, я летчик-артист. Таран, бей, и все. Все к самолетам! Второй звенок к самолетам! Здесь второй звенок. Третий звенок к самолетам! Значит, идем. 8 минут в минуту. Дорогой Яша, держи. Дорогой Яша, я ждала вас, чтобы посоветоваться о моем отъезде. Вы не пришли, и я решила сегодня уехать. Так, ведь уезжает весь город.
Говорят, что немцы уже в Березовке. У меня есть попутчики, и я еду. Возможно, воспользуюсь адресом, который вы мне дали. До свидания. Может, когда и увидимся, ваша Катя. Ваша Катя. Такая маленькая, худенькая. Где? Где она теперь на дорогах? А я ей даже адреса своего дать не мог. Нету! Мой адрес там, у немцев. Я дал ей адрес твоей Оле. Оле? А что, есть возражение? Да нет, что ты. И Ольге будет с ней повеселей. Она тоже такая худенькая, маленькая. Пусто! Ах, плохо дело, ребята. Вот мы тут летаем, деремся, спорим, а люди дома свои бросают, уходят. Нехорошо. Все, жизнь. Арбуз, что ли, съездить? Да ну их к черту, арбузы. Ребятки, хотите, я вам истории расскажу из жизни? Разрешите ему, Яков? Любовь будет? Будет. Страсть? Будет. Летчик участвует? В главной роли. Валяй, разрешаем. Воевал один летчик, неплохой парень, не глупый, веселый, вроде тебя, Яшка. Может, без личности? И воевал, как ты, как артист. И вот однажды прижали этого артиста 5 мессеров, и некуда было ему деваться. Что делать? Вираж не поможет. Следить за своим хвостом, у него на хвосте 3 мессера сидят. Попробую следи. Тогда рванул он вверх, резко вверх. Мессера за ним. И сбил одного. А потом его сбили. Да, история. История не из радостных. И не новая. Все вверх рвут, когда безвыходно. Вот-вот-вот-вот, когда без выхода. И я так хожу. Гусь! Что, Яша? Еще в ту войну так ходили, верно? Сашенька, 101-й приемчик. Все, ну, допустим. А что дальше с этим летчиком? Эх, Катя, Катя, где ты? Подожди. Перестань, Яша. Сбили его, попал он в госпиталь и стал думать. А что, если не цепляться за горизонталь? За горизонтальные виражи. Если не случайно, не один раз пойти вверх и вниз, а 10, 20, 30, 100 раз весь бой строить на вертикалях. Воздушный бой получает новое измерение, небо расширится, вся тактика перевернется, вся философия боя будет другая. Тоньше, острее, умнее. А? Что скажешь? Ну-ка, ну-ка. Так ты об этом сегодня разговаривал с командиром полка? Об этом. И завтра идешь с ним на проверку? Да, иду на проверку. Интересно, Яков. Светильник мысли, все. Так мы с Сашей придумали вертикаль. И стали применять новую тактику. Сперва мы трое, потом весь полк. И пошло, и пошло, и небо расширилось, и философия боя стала другая. А вы говорите, Катя. Где она теперь? Такая маленькая, худенькая. Хорошая? Хорошая. Я принципиально смотрю только на свои фотографии. Что ты мне дал? Что ты мне дал? А где чертежи усиления переднего лонжерона? Ты не волнуйся, Сергей Митрофан. Через 6 часов все чертежи пойдут в цех. Чертежи? Через 6 часов все машины должны уйти с завода на фронт? Это невозможно. А ты сними всех конструкторов, копировщиков, сам встань за доску, и чтоб через 6 часов машины ушли в воздух. Понятно, Сергей Митрофанович.
вот и улетел. 3 дня был, и все 3 дня о Кате говорил. Маленькая, тоненькая. Ну вот скажи после этого, Мух, везет мне в жизни или не везет? Все, жизнь. Вы в город? В город. Хотите, подвезу? Да нет уж, мы пешком. А то по дороге где-нибудь еще высадите. Холодновато сегодня. Завтра будет теплей. А откуда вы знаете? По весне. В средней школе преподают. А вы сердитая. И злопамятная. А вы тоже провожали кого-нибудь? Провожал. Самолеты на фронт. А вы что, строите самолеты? Нет, я их придумываю. А, большое дело. Самолет — это сердце войны. Да, пожалуй. И вот сидишь, думаешь, думаешь, мучаешься, ночей не спишь. Как бы сделать это сердце мощней, горячей, прекрасней. А потом наступает день, люди приходят за ним. Как пришел сегодня этот веселый летчик. И оно улетает от тебя, это сердце. Как оно улетело сегодня. Остановите машину. Что с ней? Оставьте ее. Ей грустно. Возлюбленный улетел? Человек улетел. Отличный человек. Ну ничего, придет время вернуться. Трудно ждать. Вы знаете, вот я до войны училась в строительном техникуме, а потом ушла на завод. И знаете почему? Вот я однажды подумала, как солдат сидит в окопе, и немецкие танки идут на него. И что такое для него тогда 1 минута? Всего лишь 1 минута. А покуда бы я окончила техникум, это 1 000 000 таких солдатских минут. Вот я об этом подумала и пошла на завод. И мне стало легче ждать. Неверно. Надо было идти на завод и не оставлять техникум. А вы не разучились чертить? Нет. Кажется, нет. А что? Успокойтесь, Сергей Митрофанович. Сядьте. Вы знаете, о чем я думаю, Ольга Петровна? О чем? Сидите вы тут целый год и чертите всякую чушь, которую я выдумываю. Да-да-да. А могли бы вы сейчас с каким-нибудь парнем, отличным парнем, бродить где-нибудь около реки, и луна, и звезды, и феи. Не волнуйтесь, Сергей Митрофанович, сядьте. Я сижу. Целую неделю сижу и жду. С тех пор, как мы послали в Москву чертежи. И я знаю, какой будет ответ. Чудаки. Фантазеры. Чем вы занимаетесь в такое страшное время, когда решается судьба страны? И разве нужно сейчас думать над тем, что может быть осуществиться через несколько лет? Фантазер.
Нет, не верю. Не будет такого ответа. Телеграмма! Телеграмма! Дайте! Спокойно, телеграмма не вам, телеграмма Оле. Как не мне? Приеду завтра, капитан Самохин. Саша, Самохин. Варя, бежим. Куда? На вокзал. Капитан приезжает завтра. Ах, да, завтра. Ой, Сергей Митрофанович, миленький, что я хотела вам сказать? Ах, да, кончим на сегодня работу. Варя, бежим. Сергей Митрофанович, миленький, не сердитесь и приходите завтра ко мне к обеду обязательно. Закипит, Потапыч. Куда нам с тобой торопиться? Вот и выпьем мы с тобой вдвоем чай. Как вчера. Как позавчера. Как завтра. Тебе нравится здесь. Правда, все почти как прежде, когда была жива мама. Сколько лет мы с тобой не виделись. С тех пор, как окончили школу, и ты уехал учиться. О, сколько у тебя орденов. Сядь. Зачем? Говорят, когда уезжаешь, надо посидеть. А по-моему, когда приезжаешь с войны, надо тоже посидеть и помолчать. На счастье. Хорошо. Я села. Вот и лепешки готовы. Конечно, это не те чудесные лепешки, которые жарила мама. Помнишь, как мы их любили? И ты, и Сеня, и Тамарка, и Ирочка. А помнишь Ирочку, которая была влюблена в учителя алгебры? Курносый, рыженькая. И вечно в ком-нибудь влюблена. Да, просто. Что ты, Оля? Ты какой-то другой. Нет, не другой. Нет, другой. Тебе было очень трудно одной. Почему? Нет, я живу хорошо. У меня много друзей. Вот Сергей Митрофанович, он тебе очень понравится. Замечательный человек, умница. Послушайте, Саша. А? Вот о чем я вас очень хотела спросить. Варвара? А? Бери лепешки, пошли. И не ешь по дороге. Вот, дорогой Александр Васильевич, как странно бывает в жизни. Встретились мы с вами 2 года назад на дороге и поругались. И я думал, пропала моя банка консервов. Но она не пропала. Она привела меня к вашей школьной подруге. Лучшей девушке в мире. Согласен. Хватит, съели. Вы, Сергей Митрофанович, конечно, соли. А мы с истребителем возле селедки. Минутку. Стули берите. Минутку, хлеб дорежу. Вы надолго в наши края? Ну, признаться, не знаю, думаю, на недельку. Кстати, где у вас тут на заводе есть конструктор? Конструктор Казаков. У меня к нему пакет. Поеду к нему после обеда. Слушайте, что вы делаете? Считайте, что вы приехали ко мне до обеда. Я Казаков. Послушайте, Саша, да.
Вот о чем я вас очень хочу спросить. Оленька! Оленька! Варвара Ивановна, целуйте меня. Почему? Целуйте меня! Варвара Ивановна, вот. Оленька. Да. Друг мой, дайте вашу ручищу. Вот. Вот, все говорили. Казаков чудак, Казаков фантазер. Сидит и вычерчивает по ночам какую-то машину, которую построить-то можно будет лет через 5. Оленька, получен ответ. Какой ответ? Проект утвержден, Оленька. Мы будем строить машину, и она полетит, Оленька. И он назначен к нам летчиком-испытателем. Как летчик? Долго? На год, на два, может быть, на три. Да-да-да-да-да, на год, на два, может быть, на три. Ах, что за день? Вот так день, просто хочется петь в такой день. Позвольте, позвольте. Значит, меня переводят сюда, в тыл. Я не согласен. Дорогой мой, вы не знаете, что это за машина. Самолет молния, полет со скоростью звука, за сутки вокруг Земли. Ничего не понимаю. Дрался я вроде неплохо. За что меня сюда? Друг мой, к черту этот обед. Пойдемте сейчас ко мне. Я вам покажу такие чертежи, такие макеты. А мне это не интересно. Да. Я летчик, понимаете, летчик. Я истребитель. Я хочу летать, драться. Неинтересна моя машина? Послушайте, вы видели когда-нибудь, как льется кровь? Как горят дома? Как женщины с детьми бегут по дорогам? Нет? А я видел! Как вы смеете? Вы с ума сошли! Да сядьте же, ну как вам не стыдно, ну, Саша? Сергей Митрофанович, Валя! Хорошо, я сяду. Ладно, я сяду. Послушайте, Саша, вот что я очень хочу вас спросить. Простите, Ольга Петровна, простите меня, что в такой день, но... Такой замечательный для меня день. Сергей Митрофанович, куда вы? Все. Обед предназначен для того, чтобы кушать. Сели. Залетающих и ожидающих. Вот о чем, Саша, я все время хочу спросить вас. Как ты смел с ним так говорить? Как ты смел обидеть его? Мы, кажется, решили обедать, Оля. Ты знаешь войну, а он не знает войны. Он по 16 часов не выходит с завода и делает те машины, на которых летаешь и дерешься ты. А потом приходит домой смертельно усталый и работает над своей машиной, которая нужна человечеству как электричество, как радио, как телефон. Мне стыдно за тебя. Может, не уйти? Делай, как знаешь. Саша. Саша! 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 Да, я. Погоди, Саша. Все понятно. Были школьниками, теперь повзрослели. 4 года разлуки, очевидно, слишком большой срок. Что ты еще хочешь сказать? Уходи. Сию же минуту. Всем утра всю 22-ю серию даем на летные испытания.
Сергей Митрофанович, нет еще ответа из Москвы. Он говорит, что он знает войну. А мы не знаем войны. Кто? Так, один человек. Да. Сейчас 5 часов, так? 6 часов, прошу ко мне. Будут все начальники цехов. Получили задание на новую машину. Как, получен ответ? Да. И даже приехал летчик-испытатель. Имел удовольствие беседовать с ним. Варя? Берите фуражку, идем. Куда? Ну что же это такое? Ждали, ждали, приехал. Сел за обед, наскандалил, переругались. Та тоже шумит, скандалит. Я решила вас помирить. Спасибо, не интересуюсь. Послушайте, вы можете говорить тихо? Могу. А совсем тихо? Могу, Варенька, могу. Весь день сегодня хочу вас спросить и никак не поспеваю. Мне Яков письма с вами не присылал. Яков? Да. Вам? Да. Не присылал. Ну вот и все, что я хотела у вас спросить. Погодите, Варя. Нам по дороге, я провожу вас. А ведь я Якова перед отъездом не видал. Удивительно. И почему это последнее время мне так не везет? Ну, почти ни в чем не везет. И началось это, Варенька, весной. И знаете, с кого это началось? Это началось именно с Яшки. Мы стояли тогда на Кубани. К черту! Все к черту! А, не надо! Идет такое сражение, которого небо еще не видело. А мы... О, не стыдно Гусенко в глаза смотреть. Его ребята по 6 раз в день. По 6 раз в день дерутся. Что ты от меня хочешь? Летать. А я что, не хочу летать? А, драться. А не сидеть за партами и не кудахтать. Так ступай и дерись. Ты на меня не кричи. Ты на меня не кричи. Позор! В такое время месяц, битый месяц сидим, чертим на доске АБЦ. Весь полк над нами смеется. Я сам над собой смеюсь. Гитлейка! Смеюсь сквозь слезы. Когда ты нашел вертикаль, кто тебя первый поддержал? Я. Кто тебе восторженно говорил? Обратно я. А теперь прости, ты мне друг, но авиация мне дороже. Все! Гусь 3-й раз полетел! А мы... Так вот, хочешь на чистоту, как истребитель с истребителем? Давай, хочу. Я не спорю, наука она дельная вещь. Но у нас, у истребителей, в бою решает не формула, не схема, а секунда, доля секунды, инстинкт. Пиши. Че пиши? Рапорт. Хочешь летать с Гусенко, будешь с ним летать. Ах, ах, вот как. Тебе ах, ах. Хорошо, хорошо. Все, довольно. Где моя планшетка? Так, твое полотенце. Нет. На. Ах, вот как. Вот так. Спасибо. Все, довольно, довольно. Все. Прошу отчислить Гусенко. Все, я хотел. И довольно. Хватит с нас. Хватит всего этого. Все. Так. Хватит. Все правильно. Только отчислить пишется вместе, а не отдельно. Ах, вот что, вот что. Довольно, довольно, довольно. Надоело нам это все. Отдельно, вместе, хватит, натерпелись. Все, все. Планшет оставь. Ах, планшеточку. Да. Возьмите планшеточку. Окунись! И
Итак, еще раз общий принцип. Да, еще раз общий принцип. Время, когда в истребительных боях побеждали одиночки-виртуозы, видимо, подходит к концу. В сражении вводятся огромные массы истребителей. Что такое современный бой? Это не только единоборство. Это умение драться в коллективе, в группе. Причем вся эта группа должна научиться действовать как один, как виртуоз. Вот боевой порядок такой группы. Мы условно назвали его этажеркой. Это, если хотите, конвейер точных, разящих ударов. Если противник вырвется из-под атаки одной группы, он неизбежно попадает под атаку другой. Формула боя. H – высота. Мы появляемся над полем боя на большой высоте. V – скорость. Мы выигрываем время. Секунду-другую. M – маневр. Это третий элемент формулы. O – огонь. Огонь с короткой дистанции. Все эти элементы в этажерке налицо. Четыре кита современного боя. Разлетались. А что? Ничего, летать хочется. Это я никому не позволю. Получил разрешение и посадил всю эскадрилью за парту. С утра до ночи одно и то же, одно и то же. Теперь другое время. В небо должны пойти большие массы самолетов, иначе собьют. Придумал какую-то формулу массового боя. Какую-то эту, этажерку. Чтобы все 20 самолетов действовали как один. Ну что, мы ансамбль песни и пляски, что ли? Орлы, вся грудь в орденах, сидят за партами, словно гуси. А он им ду-ду-ду-ду-ду-бу-бу-бу-бу. Я ему говорю, брось ты эту ломоносовщину. Ты погляди на Гусена. Он отлично дерется без чертежей. Зачем нам ансамбль, когда мы виртуозы? Слушай, Гусь, возьми меня к себе, не могу я. Вот, слушай, как это пишется, отчислить, отдельно или вместе? По этой новой орфографии. Мыло, Яшенька. И бритву, сейчас будем усики брить. Все. Дали дыму. Еще какого, Яша? Классическое поражение. Командир приказал выйти из боя. Какие-то другие немцы. Я таких не видел. Эскадра асов. Хе, на фюзеляже какой-то зеленый туз нарисован. По вашему приказанию явились. Сколько вам надо времени, чтобы подготовить вашу группу? 6 дней, товарищ полковник. Сегодня пойдете в воздух. Когда прикажете поднять группу? Пойдете не группой, втроем. Вы, ваш напарник и... О, кто это, не узнал. Усы сбрил. Капитан Гусенко, немцы-то бросили свой главный козырь. Эскадру асов. Вяжитесь в бой и посмотрите, чем они там дышат. Держи солнце! Саша, атакуй! Атакуй! Прикрываю! Прикрываю! Сенька, откалывай нижнего, жми к земле, посадим его. Еще идут! Справа еще идут! Бью ведущего, бери правого! Взял! Дал ему прикурить! Саша, иду до нижнего! Смотри слева! Саша, клюю Гусенко! Прикрой его! Вместе откалывайте немца. Гоните на восток. Саша, сверху. Вижу. Не упускайте немца. Гоните его. Гоните его. Саша.
Сверху, 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 сверху! Вижу, при краю! Не упускайте, гоните, гоните, гоните! Так он говорит, что зеленый туз прибыл позавчера из Африки. Да. А ну-ка спроси его, что они все так храбро сражаются, как он. Хоробр фрагт. Об алле рефлеер, эбен за тапфер кэмфен визи. Мир хоробр ствиф дас висен морген нахмит. Он говорит, об этом вы узнаете завтра в полдень. В полдень? Эй, на вышке! Самохина там не видать! Пока не видать, наш полковник. Я вишня, я вишня, я вишня. Сообщите, где сотка капитана Самохина. Сообщите, где сотка капитана Самохина. Я вишня, прием. Я приклад, ищу самолет капитана Самохина. Ищу самолет капитана Самохина. Хвостовой номер 100, хвостовой номер 100. Я приклад, прием. Я Кубань, сосна видела падающий самолет. Сосна видела падающий самолет. Сосна, сосна, я Кубань 4, я Кубань 4. Где упал самолет? Где упал самолет? Сосна, 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 я вишня, я вишня. Ищите сотку по фронту, ищите сотку по фронту. Я вишня, прием. Так вот, в последний раз. Нижнюю четверку поведет Клубов. В центре этажерки вместо меня пойдешь ты. Сверху вместо Саши пойду я. Теперь последнее. Нет нашего Саши. Нет Саши. В полдень мы пойдем бить этот зеленый туз без него. Я врать не буду, спорил я с ним, даже ругался. Но это был истребитель. Истребитель номер один. Высота, скорость, маневр, огонь. Огонь с короткой дистанции. Так и будем бить этот проклятый зеленый туз. Теперь последний из последнего. Я тут вчера... психанул. Значит, в формуле Самохина не хватало еще одного. Н. Нервы. Запомните. По самолетам. Чего это ты отодвигаешься? А я не отодвигаюсь. А ты хотела бы умереть? Нет. Смотря за что. Все равно, я хочу жить. А вот если ты летчик, Чкалов, и тебе надо лететь вокруг Земли, ведь это опасно. Как тогда быть? Не лететь, да? Лететь и жить.
А че ты отодвигаешься? А я не отодвигаюсь. Не поймешь тебя, вчера сама сказала Тамарке, что в меня влюблена. Кто, я? Ты, Тамарка не соврет. Да ну тебе. Вот поеду учиться в летную школу. Чка. Оля, а ты будешь ждать меня? Если догонишь, буду. Тебе больно? Тебе больно, да? Больно? Очень больно. Вам больно? Тише. Куда вы ранены? Тише. Слушайте. Не волнуйтесь, это наши. Много? Много, очень много. И внизу, и выше, еще выше. Куда вы, куда вы? Помогите мне, помогите. Лежите. Смотрите, смотрите. Они пошли. Ну и пошли, ну и очень хорошо. Пошла моя этажерка. Да-да, этажерка, тумбочка, шкаф. А мы вам сейчас сделаем перевязку, и все будет очень хорошо. Помолчите, помолчите, минуточку. Помолчите. Я вас знаю. Мы где-то с вами встречались. А я вас не знаю. Как вас зовут? Катя. Катя? Угу. Не знаю. Катя, я вас сразу узнал. Такая маленькая, худенькая. Ой, милая Катя, не дай вам Бог стоять на земле, когда ваше сердце в воздухе. Небо! 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 Что это? Ничего, ничего, это рация. Обыкновенная рация, станция наведения. Наша рация. Небо! Небо! Куда вы? Нам в другую сторону. Нет, в эту сторону. Небо! Небо! Появились самолеты противника! Появились самолеты противника! Возвращайтесь в квадрат 45! Возвращайтесь в квадрат 45! Высота 3300! Группа мессершмиттов! Небо! Небо! Товарищ капитан! Живой! Давай! Небо! Небо! Перехват в квадрате 45! Идите в перехват в квадрате 45! До гранит 4! До гранит 4! Прием! Я небо! Я небо! Вас понял! Иду на перехват! Иду на перехват! Небо! Небо! Вторая группа мессеров левее и выше! Вторая группа левее и выше! Небо! Небо! Третья группа мессеров со стороны солнца! Опасность со стороны солнца! Третья группа выше вас! Третья группа выше вас! Небо! Небо! Я сотовый! Я сотовый! Спокойно! Слушай мою команду! Разворот всем вдруг! Правильно! На высоту! Выше! Еще выше! Еще выше! Верхний ярус оставаться на высоте, остальные! Атака! 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 Они разбили зеленый туз в дребезги. Да, страшно, Варенька, стоять на земле, когда твое сердце в воздухе. Поздно уже. Ну что же было дальше?
Дальше. Я пролежал 3 месяца в госпитале. И Якова я так и не увидал. Потом меня вызвали в Москву. Дали звание Героя Советского Союза. Вручили пакет. И вот я здесь. Это все? Нет, не все. Вот рапорт. Прошу меня отчислить обратно на фронт. Все правильно. И отчислить написано правильно. И все-таки все неправильно. Варя. Вы отлично сработаете с этим конструктором. Такой же чудак, как и он. Вы посылали рапорт в Москву? Посылал. Вы просили отчислить вас обратно на фронт? Просил. Я получил ответ на ваш рапорт. Конструктору Казакову немедленно приступить к постройке машины, капитану Самохину оставаться там, где ему приказано. Я вас понимаю. Я понимаю, что человек, который так долго и отлично дрался на фронте, хочет закончить войну на войне. Моя машина не имеет практического значения в данное время, и вам обидно, что в самый решающий момент войны вас заставляют заниматься фантазиями, которые, возможно, разлетятся в дым. Правильно? Не совсем. Вы человек одной профессии, я другой. Пожалуй, вы имеете право работать над этой машиной фантазии в дни войны. Но я считал, что я не имею этого права. Пока идет война, я должен драться с врагом. И зачем мне жертвовать своей профессией ради чего-то призрачного и неизвестного? Послушайте, вам не казалось удивительным одно обстоятельство? Вот живут советские люди. Работают, учатся, любят, растят детей, борются с невзгодами, поют песни. Самая обыкновенная и простая жизнь. И эта простая жизнь создала пятилетки, заводы, города и ведет нас сейчас к победе. По-моему, это потому, что мы живем в стране, которая смотрит далеко в будущее. И советские люди привыкли видеть в будущем не фантазию, а реальность. И умеют жертвовать многим во имя этой реальности, чтобы сделать жизнь человечества лучше, справедливей, сделать ее прекрасной. И я хочу надеяться, что машина, над которой мне предстоит работать, есть крупица этого прекрасного будущего. Смею надеяться, хочу надеяться. Штурмом овладели столицей Советской Украины, городом Киев. Сегодня 8 января. В результате успешного обходного маневра наши войска овладели крупным промышленным центром, городом Кировоград. Войска 4-го Украинского фронта несколько часов тому назад, прорвав сильно укрепленную долговременную оборону немцев, состоящую из 3 поясов железобетонных оборонительных сооружений, штурмом овладели крепостью и важнейшей военно-морской базой на Черном море, городом Севастополь. Фронта. В результате продолжительных упорных боев сегодня, 14 сентября, овладели крепостью Прага в предместьях Варшавы.
ты! Тише, доктор услышит. Я Сергей Митрофанович. Совсем сдурел. Что ты лезешь в окно? Мы ж не дом. Дверями медицина не позволяет. Ну как вы тут, не волнуетесь? Не волнуемся. А я волнуюсь. Ну и сыпь отсюда, то доктор поймает. Ну, сыплю. Да. По одной. Из спички. Ну, привет. Ни пуха, ни пера. Да, и от наших барышень горячий привет. Очень просили кланец. Потапки. Жив. Вы волнуетесь, Александр Васильевич? Не очень. А вы? Я совсем не волнуюсь. Вот только заменили ли они крышки на четвертом магнете? Все сделано, не волнуйтесь, давайте спать. Барышня. Какое смешное слово, барышня. В некотором царстве, в некотором государстве жила-была барышня. Послушайте, Саша, я давно вас хотел спросить. Вы меня извините, но я не понимаю, какие у вас отношения с Ольгой Петровной? 8 месяцев мы строим самолет, и 8 месяцев вы с ней едва здороваетесь. Обыкновенные отношения, ровно. Но ведь вы были в нее влюблены? Был в юности. Мы, кажется, условились спать, Сергей Митрофанович. Вы знаете, что я вам посоветую? Влюбитесь опять. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Алло, молния! Молния! Все в порядке. Как правый? Нормально. Левый? В порядке. Прибавьте топливо, идем выше! Говорит молния. Высота 8000 метров. Высота 9000 метров. Высота 10000 метров. Как управление? Нормально. Прибавьте еще топливо правому. Полезем выше. Тринадцать тысяч. 14000. Земля, говорит молния. Высота 15000, скорость 800. Переходим на горизонтальный полет. Начинайте давать беринг. Начинайте давать беринг. Крейсерская 1000. Превосходно! Как двигатели? Отлично! Прибавьте топливо левому! Держитесь на курс! Земля, говорит молния. Ложимся на обратный курс. Крейсерский режим отличный. Следите за нами. Приступаем к замеру максимальной скорости. Продолжайте давать пеленг. Топливо. 1050. Больше топлива правому. 1100. Еще. 1150. Еще топливо. 1200. Земля. Идем со скоростью звука. Даю до отказа. Давайте. Пятьдесят.
Хорошо. 1260. Хорошо. 1280. Хорошо. 1280. 1280. Эллинг, отставить. Возникла сильная вибрация. Засекайте нас. Засекайте нас. Ошибка в расчете флядера. Есть ошибка в расчете флядера. Есть ошибка в расчете флядера. Земля. Ошибка в расчете флядера. Почему они не прыгают? Почему они не сейчас, прыгают? Сейчас прыгнут. Сейчас, сейчас. Должны прыгнуть. Брат левый. Топливо правому. Правому! Правому! До отказа! Включить левый! Левый до отказа! Тяните меня! Тяните! Тяните штурвал! Через несколько минут будет дан старт беспосадочного кругосветного перелета на самолете «Молния» конструкции инженера Казакова.
Эта машина сейчас полетит со скоростью звука вокруг Земли. Со скоростью звука. Вы слышите аплодисменты и приветствия. Это вышли к старту три летчика, которые поведут волны. Каждый из вас слышал их имена. Это Александр Самохин, Яков Лакшин и Андрей Гусенко. Три летчика, три друга, три героя Отечественной войны. Друзья мои, дорогие мои, до завтра. Приготовление к старту. Остаются считанные минуты. Через 200 секунд машина с красными звездами на фюзеляже пойдет в воздух. Она пролетит над океанами и материками нашей планеты, и завтра мы вновь будем приветствовать ее здесь. Внимание! Внимание! Слушайте наступившую тишину! Дается старт! Машина в воздухе. Она летит со скоростью звука. Сегодня день великой радости для меня и для моих друзей. Но я знаю, уже сегодня нужно думать о завтрашнем дне. Думать, работать, искать и никогда не останавливаться на достигнутом.